многолетнего, сопряженного жестоким на уровне дальневосточного региона, который не дает быть счастливым. Да? Работа с семьей, 15 совместный рейд с субъектами системы профилактики детей и подростков. Из них около 40 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Мы надеемся, что вот такими общими усилиями мы сможем узнать что-то новое для того, чтобы сделать работу в этом отношении более эффективной, потому что количество детей, страдающих от насилия, оно увеличивается. И пока это небольшая служба Приморского края, конечно, комиссии по делам не... Надежда Павловна представила какие-то практические... На наш взгляд, сегодня это правильно, это очень актуально, и мы готовы будем выслушать...